Можно ли научиться управлять разными моделями тракторов, освоить основы вспашки полей и понять, как работает самая разная агротехника, не выходя из дома? Все реально, уверяет Ященко Сергей Владимирович, преподаватель высшей категории техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Режим самоизоляции не повод расслабляться, это новый вызов, отмечает преподаватель. Так, работая в новых условиях, уже успешно освоил социальную сеть ВКонтакте и онлайн-тестпад для тестирования. Мы в беседу обучающимся объявляем тему занятия и цель занятия. После этого, согласно рекомендациям, размещается материал, содержащий теоретические сведения для выполнения практической работы, порядок ее работы, инструкционная карта, презентация, ссылка на материалы. Но это не все, что придумал для своих студентов Сергей Ященко. Так, первоначальные навыки работы на машино-тракторных агрегатах ребята получают в игровой форме на специальной платформе. Обучающийся видит всю работу машино-тракторного агрегата со всех сторон. То есть, сидя в настоящем тракторе, этого ты не увидишь. А так, каждый обучающийся видит, где опасные факторы, как что можно делать при работающем машино-тракторном агрегате. Сами студенты в целом положительно реагируют на вводимые новшества. Ребята себя в онлайн-среде чувствуют естественно. Им не составит особых трудностей, к примеру, использовать мобильный телефон, если отсутствует персональный компьютер. Необходим лишь постоянный доступ к сети интернет. С момента начала дистанционного обучения лично мне стало интереснее, потому что мы общаемся в привычной для нас интерактивной среде. Непосредственным помощником на занятия является мобильный телефон и компьютер. Процесс обучения получается насыщенным, увеличился поток информации, который нам надо осознать и изучить, и отправить в виде скриншотов и выполненных заданий преподавателю в личные сообщения. И студенты, и преподаватели верят, что в скором времени режим «сидим дома» все же закончится, и все полученные навыки пойдут на пользу. И в будущем станут серьезным подспорьем для улучшения качества получаемого образования в главном вузе полуострова. Павел Мирошниченко, Евгений Ильюченко, пресс-служба Крымского федерального университета.